Я очень плотно сотрудничаю много лет с нашей общиной. И считаю это место, которое и консолидировало, и является консолидатором всех осетин, которые здесь проживают и которые приезжают. И очень важно, чтобы когда родители отправляют молодых детей в вузы или по каким-то другим причинам на территорию Москвы, изначально нужно понимать и приучать к тому, что первый шаг на территории Москвы должен и обязан быть через порог или на порог этой нашей общины. Очень надеюсь и хочу пожелать, чтобы Осетия радовала успехами, победами, чтобы она процветала, чтобы было здоровья столько, чтобы творить и созидать.